Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу. И, как известно, результат есть. Так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили и своих военнослужащих офицеров в том числе. Это первое. Второе, он был активным участником организации вывоза зерна с Украины. Правда, к сожалению, это зерно не идет или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе наших переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то все-таки структурировать потоки этого зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны. Ну, это генеральный секретарь должен, ООН должен над этим работать. Я знаю, что он работает, но не все у него тоже получается. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.